Поведомление про пожар у доме по улице Гагарина у Черикове поступило у 5:50 раницы. На место здарения приехали ратавальники. Стали тушить дом. У одним из покоев яны нашли тело господыни и одразу вызначили. Жанчына загинула не у вынику пожара, а была жорстко забита. На ее теле были шматлики ножевые ранения. На место злочинства одразу приехали милиционеры, следшие, эксперты. Место трагедии очапили. А хутка затримали и подозренных у злочинстве. По горячим следам сотрудниками управления уголовного розыска и Чериковского РУВД были установлены подозреваемые. Ими оказались двое местных жителей 98-го и 2000-го года рождения. По месту жительства последних была обнаружена изъята часть похищенного имущества, предположительно принадлежащая потерпевшей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Последние вину свою в настоящее время признают. Дома у подозреваемых милиционеры нашли компьютер, який належал забитой. И это стало головным доказом дочинения молодых людей до злочинства. Вядома, что затриманные являются родными братами. Ободва ранее судимые за крадяжи. Правоохранникам удалось высветлить, что загинулой, якая была наставницей, подозреваемые были добро знакомые. И помеж ими был конфликт. Подозреваемые в 2 часа ночи, предположительно, прибыли к месту проживания потерпевшей. Поскольку они были знакомые, она открыла им дверь, значит, они проникли в дом, и после чего совершилось преступление. С целью сокрытия уликов преступления подозреваемые совершили поджог дома. Зараз подозреваемые у злочинстве затриманы. У дочинении до их распочата криминальная справа по артикуле забойства. Каб высветлить детали злочинства, призначены шерех экспертиз. Константин Титамиров, Наталья Ильинич, Новин региона.